День города Барнаула традиционно обещает быть насыщенным. Культурная программа, спортивные соревнования и более 120 интересных локаций по всему городу, как в центре, так и в районах. Большим подарком для барнаульцев станет выступление известных музыкантов. С 17 до 18 будет выступать на главной площади и на главной площадке группа Дианы Завидовой, город Москва. Значит, с 18 до 19 часов группа «Фогель» Барнаул, в город Барнаул на празднование дня города приедет, будет выступать группа с таким названием «Рви меха» города Новосибирска, очень такая позитивная, интересная группа. С 20 до 21 часа на главной площади группа 7Б «Москва». И в завершении праздничной фестивальной программы у нас с 21 до 22 часов выступит известная российская рок-певица Ольга Кормухина. Кстати, музыкальная программа – подарок патриотического фестиваля «Русское лето», который проведут в рамках празднования. В историческом центре города под эгидой «Барнаул. Путешествие со вкусом» состоится гастрофестиваль, квест, конкурс «Лучший флорист» и, конечно, никуда без изюминки. Одной из фишек, наверное, которую стоит подчеркнуть в этом году, это то, что часть мероприятий будет у нас проводиться с учетом стилистики такого направления фантастики, как стимпанк. 260 лет назад Иван Иванович Ползунов изобрел паровую машину. Соответственно, вот мы на основе предложений подготовили в техническом задании часть мероприятий, которые будут подчеркивать вот эту вот тематику именно паровых двигателей, паровых машин. Актеры, танцоры, живые статуи, арт-объекты – все это поможет погрузиться в атмосферу того времени. Спорт не отстает от культуры. На площадке около дворца Титов-Арена проведут фестиваль ГТО, Кубок города по уличному баскетболу 3x3, спортивные соревнования и даже организуют скалодром. Будут работать две площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще 4 площадки спортивные будут проведены вне главной площадки площади Сахарова. Это грибной канал, водный мир, сквер химиков и площадка Ранхикс. Вот. Но завершением спортивной разнообразной такой площадки будет и программы будет... Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА, Алтайское сражение 2. В прошлом году мы первый раз провели и в этом году тоже проводим. Конечно, по традиции завершат праздник в 10 часов вечера торжественным фейерверком. Причем салюты прогремят во всех районах города. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.